Всем здрасте, забор покрасьте. Время 12:30, я только-только вышел на линию. Для субботы вот этот коэффициент, который горит, он ну так себе. Но суббота из двух выходных самая хорошая. Посмотрим, что получится накатать. Катать буду, наверное, часов до 9 вечера. Ну вот. А Яндекс дал мне новую цель. 141 заказ за 14 тысяч рублей. Пойдешь купи задницу родной. Этим мы уже заниматься не будем. Поэтому будем работать на расслабоне по кайфу. Всем удачи. А у нас пришла первая фигня. Кратыш. С Вернадского на Вернадского. Кто же у нас такой замечательный? Мать моя женщина. Катастрофа. Ладно, поедем. Самое прекрасное в нашей работе. Ну что ты возьмешь с этого человека? Ничего. Правда, говорят, что у них теперь социальный рейтинг. И мы можем пропускать без потери активности, когда он у них там совсем низкий будет. Но как это будет работать, мы посмотрим, я думаю, в ближайшие пару недель, не раньше. Называется «С почином». Большая деньга. Что у нас там в городе-то? Где-то есть коэффициенты. Ничего себе. Ну вот, как всегда, на западе все полыхает. Надо было на моем районном оставаться. Дурканул я зря. Вежливые пассажиры заслуживают хорошей оценки. Когда цель не катаешь, такие заказы, вот лучше бы вообще ничего. Ну, правда. Я понимаю, что в регионах это очень дорого, туда-сюда, но, блин, ну я не в регионе, я в Москве. И для меня это как серпом по я, ну, короче, серпом. Вот. Если мотает где-то далеко, то так тоже бывает. Ну, подождем. В Москву-то, может, мы все-таки уедем. Да ладно. Это не заглючило? Твою налево. Это же надо из Москвы уехать, когда такая хрень в городе творится. Вот не сложился день. На крайнем заказом ситуацию можно поправить. Да чтоб тебя. Ну-ка. Не хочет. Завис. Ну, короче, интернет пропал. Но сумма вот такая. И еще, я использовал промокод, поэтому мне достанется 3335. Пусть он рублем подавится. Пока тащусь домой, значит, итоги дня. 8:30. На кассе у меня 7900. И первый заказ у меня был 12:43, и были простой у меня, и, собственно, получилось вот как-то так, вот 3:335 крайним заказом я выровнял всю ситуацию. Все-таки что-то у Яндекса в алгоритмах есть такое волшебное, что помогает держать средний доход каждому водителю. На этом, собственно, все. До завтра, пока!